Друзья мои, всем привет! Сегодня приготовим с вами закусочный рулет «Мимоза». Рецепт из разряда «Гости на пороге». А продукты всегда найдутся под рукой у вас дома. Нам понадобится 1 лист армянского лаваша, баночка рыбных консервов, у меня натуральная горбуша в собственном соку. Понадобится 3 куриных яйца, сваренных вкрутую, 3 столовые ложки майонеза, 100 грамм сыра и небольшой пучок укропа. Берем наши рыбные консервы, вместе с жидкостью выкладываем в мисочку и хорошенько разминаем их вилочкой. Консервы можете взять любые: горбушу, тунец, сайры, сардины по вашему вкусу. Также будет неплохо, если эта рыбка будет в масле, не обязательно в собственном соку. В масле, наверное, даже будет сочнее немножечко. Ну вот у меня была такая горбуша, поэтому я использовала ее. Горбуша готова, теперь мы берем наш сыр и натираем его на крупную терку. Далее нам нужно измельчить куриные яйца. Я буду делать это с помощью вот такого вот толкушки для пюре. Недавно увидела этот лайфхак в интернете, попробовала и мне очень понравилось. Смотрите, как быстро и просто получается. Таким способом можно измельчить яйца и для рулета, и для салата. Это правда быстро, не нужно долго стоять натирать на терку. Вот такие вот кусочки яиц рассыпчатые у меня получились. Мне кажется, очень удобно. И теперь измельчаем сухую и чистую зелень укропа. Берем наш лист лаваша и раскладываем его на сухой чистой поверхности. И смазываем майонезом. И теперь выкладываем начинку. Сперва выкладываем вареные яйца. Я выкладываю по левому краю вот такой вот широкой полоской. Смотрите, как на видео я показываю. И делаю по длинным краям отступы, для того, чтобы можно было рулет удобно и плотно свернуть. Следующий я выкладываю нашу рыбку. Далее такой же широкой полосочкой я выкладываю зелень укропа. И в последнюю очередь я выкладываю тертый сыр. Тоже также распределяю аккуратно широкой полосочкой.
И теперь нужно очень плотно и аккуратно свернуть наш рулет, подгибая при этом края. Смотрите, как делаю я на видео. Готовый рулет заворачиваем в пищевую пленку или, как я, можно положить в пакет и убираем в холодильник пропитаться на пару часов. Готовый рулет достаем из холодильника и разрезаем на порционные кусочки острым ножом. Нарезается он очень легко. Посмотрите, как здорово выглядит. Это действительно как будто слоеный салатик мимоза в лаваше. Рулет отлично подойдет как закуска на праздничный стол, как перекус в течение дня, а также это отличный, здоровый, сытный и питательный завтрак. Вот такая вот красота получается. А еще это очень-очень сочно и вкусно. Я желаю вам приятного аппетита, друзья. Не забудьте про лайк и комментарий и подписку. У меня будет много полезного. Всем пока!